Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок. Сталий ватник та несучасний совок – це основні якості, якими пишається білоруський аналог Соловйова Григорій Азарьонок. Пропагандист каже, росіяни нині борються за те, щоб, мовляв, не ходити взимку в панчохах і на підборах. Далі почуємо. Пишут, братья белорусы, люблю вас крепкой, мужской, гетеросексуально-братской любовью, жгите. Спасибо Путину, Лукашенко за то, что они допотопные мужики и не допустят гейство на нашей земле. Да, мы с гордостью говорим, да, мы отсталые, мы несовременные, да, совки, да, ватники, но нам в ватнике теплее зимой. Мы не хотим в колготках зимой ходить, мы хотим ходить в ватниках, в валенках и с любимыми женщинами, значит, смотреть хорошее кино и детям покупать матрешки. Вот и все. В конце концов, и никаких колготок и этих самых каблуков, и всей этой мерзости. И поэтому вот и мы видим, что мужики сейчас за это сражаются. Більше народжують, більше піде воювати. Такою логікою керується російський диктатор, тому він взявся за вирішення демографічної проблеми, а наступний рік оголосив роком Родини. Тим часом ФСБ-вець у рясі патріарх Кирил задля вирішення такої проблеми закликав заборонити аборти, бо це, мовляв, справжнє національне лихо в РФ. Уверен, що в наші дні іменно збереження народу, возрождение традиционной семьи – это условие выживания страны и цель, на достижение которой нужно не жалеть никаких ресурсов – ни материальных, ни интеллектуальных, ни организационных. Нельзя жалеть в том числе и материальных средств для развития семьи государственными властями разного уровня. Это без преувеличения настоящее национальное бедствие – уничтожающее будущего нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека. Однако решение проблемы абортов лежит не только в плоскости законодательных запретов. Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам. Таке звернення від псевдосвященника неабияк надихнуло старше покоління в РФ. Відтак, одна з громадянок Московії закликала боротися з абортами, а відповідно і з життям, так, своє задоволення. І на її думку, в Росії не має бути громадянських шлюбів і родин без дітей. Так, зараз кожен живе для себе, своє удовольствие. О каких тут дітях може бути? Зараз річ, якщо зараз почав кар'єру, а вже потім все остальне. Раньше было в наше время, не так. А почему сейчас поменялось сначала карьера? Ну, все изменилось. Я думаю, что все пришло с Запада. Там же, да, так же живут. И у нас точно так же стали жить, к сожалению. Ну, а как вы считаете, что можно сделать, как можно исправить ситуацию, чтобы, так сказать, повысить рождаемость? Я думаю, сейчас надо все-таки больше, чтобы реклама была. Реклама чего? Относительно рождения детей, чтобы семья была полная, не жить для себя в свое удовольствие. И, естественно, вот все эти гражданские браки, это все нехорошо и неправильно. Меньше будет сейчас абортов и прочее, как вот сейчас уже начинается борьба с ними. І крім реклами, ще один спосіб збільшити народжуваність на Росії вигадала заступниця голови уряду РФ Тетяна Голікова. Відтак, роботодавців зобов'яжуть перевіряти репродуктивне здоров'я працівників. Цікаво, коли на Росії запровадять примусову вагітність чи встановлять норму з кількості народження дітей. Мы предусмотрели в программе с отдельным тарифом диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья. Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования диспансерное наблюдение за работающими –
Такое наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора. В Конституции Российской Федерации закреплено равное право всех граждан на получение медицинской помощи. Ну, мені здається, варіант з рекламою реалізувати принаймні легше, але цікаво, скільки бюджетних коштів виділять в Росії на ось цю програму і скільки з них вкрадуть. Тому що це от два питання, які завжди стоять поруч один з одним.